Доброе утро! Сегодня мы продолжим тему воротниковой зоны спины. Итак, начали. Руки вниз, голова опущена. Поднимаем плечи вверх и немножечко назад. После этого сводим руки за спиной и двигаем плечами, жестко помогая руками. Назад, вперед. Прижимаем руку к себе, ладонь повернута. Жестко взявшись второй рукой за локоть, тянем. Растянули, отпустили. Следующее упражнение прорабатывает зону в районе лопаток. Итак, руки вверх, подтягиваем к корпусу, опускаем вниз, открываем лопатки. Вверх, вниз, вдох, выдох. Выполняйте эти упражнения 20-25 повторений до жжения в районе плеч и лопаток. На сегодня у меня все. Будьте здоровы и красивы. До свидания.